Привет, друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть на очень крутую лодку. Это 80-футовая металлическая лодка Made in Ukraine, то есть сделана в Украине на Николаевской верфи. Поэтому сегодняшнее видео будет детальный обзор, а дальше мы будем ее готовить и перегонять с Мальдив на Пхукет, то есть в Таиланд. Поэтому ближайших несколько серий будут реально крутые. А пока давайте смотреть и знакомиться с этой крутой лодочкой. Итак, перед вами флагман яхт 78. Эта лодка сделана в Николаеве, корпус сталь, надстройка алюминий. Лодка была построена в 2014 году и на воду спущена в 2015. Общий вес 78 тонн, 24 метра длина, 6,9 метров шириной. Общее количество топлива 18 тонн, которого хватает на 3500 миль. Количество пресной воды 7 тонн. Лодка двигается двумя силовыми установками Volvo Penta D9 по 350 лошадей каждый. Также на лодке установлено два генератора Keller 27 кВт, 3 фазы. Изначальную стоимость лодки мне определить сложно, но у этой лодки есть брат-близнец Black Sea Yacht 80. Так вот, эту лодку продают за 3 с хвостиком миллиона. Данную лодку продавали за 520 евро. Мы видели в объявлениях. Стоимость покупки мы, естественно, не знаем. Сделана в Украине лодка 2015 года. Стальная, мощная, крепкая. Но я думаю, вам будет интересно узнать, что же внутри. Поэтому давайте не терять время, а идем внутрь. И я вам покажу то, как устроена эта лодка. Мы сейчас находимся на трансе. Отсюда у нас есть два подъема. То есть ступеньки, которые идут с левой стороны. И ступеньки, которые идут по старборду. И мы попадаем в кокпит, который, собственно, используется как обеденная зона. Но так как у нас, я вам говорил, сейчас идет ремонт, поэтому придется здесь проявить фантазию и понять, как это все устроено. Отсюда есть несколько входов. Основной вход — это вход в кают-компанию. Идем внутрь. Двери открываются так. Нижнюю часть просто нужно потянуть. И это двинуть в сторону. Здесь у нас кондиционер течет. Так вот, мы попадаем в кают-компанию большую. Реально большая. Слева столики. Большой стол. Каменный. Подушки от всяких сидушек, которые идут на флайбридже. С этой стороны часть композиции у нас сидит Сережа. Барная стоечка, в которой есть всякое полезное. А сюда гали, кухня. Поломано, то вы не только чините. Ого, какая кофемашина, нифига себе. Два огромных холодильника. Холодильники рабочие? Такс. Это индукционка или? Индукционка работает отлично. Ну великолепно. Ну и моечка. Непонятно, почему такая маленькая, одинарная. Вот. Непонятно, почему кухня такая маленькая, но зато есть. Полновесная посудомойка. Это серьезный плюс. Тоже Bosch работает. А вот еще несколько слов о немарин предназначении этой лодки. Ну, не для офшора, смотрите. Заходишь, а там вот шкафчики для посуды, ну, для ложек, вилок. Они вот так вот открыты все время. И периодически там и снизу ящики все время выезжают. И у них нет локера. То есть это просто обычный бытовой ящик, который закрывается. А по прямой вход в рубку. И сюда идет спуск в жилые помещения, там три каюты. Так, тут на мастер-каюта, тут большая, огромная кровать, окна светлые, шкафы большие, ковры везде, что мне нравится. Ну и здесь большая душевая, и туалет, и биде. Ну и
Здесь тоже три больших окна. Так, ну вот это моя каюта. Здесь такая кровать поперек, вентиляции здесь очень мало. Вот это одно единственное окошко, шкафчики, телек для любителей смотреть телевизор. Шкафчик. Антресолечка. Ну и теперь заходим в туалет. Так, посмотрите, здесь все в мраморе. Мамочки, какая красота. Полотенцесушитель, туалет. Странная система и кнопок. Before use, short use, after use. И оно наливает и смывает. Ну и, как обычно, умывальник. И душевая. С термостатом, между прочим. Короче, на полу есть такая особенность. Если на него попадает вода, то здесь нету слива. И она никуда не стекает. Ее нужно как-то вымакивать или там на тряпочку или что-то сделать. Ну, короче, серьезный минус. Ну что ж, пойдем. Это спуск в машинное отделение. А порт сайт и старборд — это проходы, которые идут на нос нашей лодки. Можно бегать вокруг. И якорная здесь печальная. Для больших фендеров. Ну и тут, собственно, якорная цепь. Нет. Эти два стакана — это под якорную цепь. Здесь просто такой локер. Сталь, в принципе, применена морская, но не думаю, что самая лучшая, потому что повсеместно следы коррозии, отчасти из-за плохой сварки. Но сам корпус очень мощный, очень сильный. Шпангоуты примерно через каждые полметра, и тут просто невероятное количество. Это такой рыбий скелет, обшитый под днищу примерно 12-миллиметровой сталью. Днище очень крепкое. Мы его видели, когда поднимались в сухом доке и чистили, обслуживали. То есть корыто само прям замечательное с точки зрения исполнения материалов. Вот корпус сделан сам по себе, он сделан хорошо. Мощно, надежно и реально на много-много лет. Все, что идет выше палубы, это так называемая настройка. Это салон и выше флайбридж, второй пост управления. Это все сделано из алюминия, хорошего, толстого, и тоже, в принципе, неплохо. Коррозия минимальная, качество изготовления очень хорошее. Так что, в целом, конструкция сама по себе мега надежна. И местами просто мега бардачно исполнено. Что касается трансового борта и вот такой слоистой щелевой коррозии, здесь на самом деле все просто. В общем, с первого взгляда может показаться, что это плохой или тонкий металл. Это не так. Металл толстый, металл хороший. Но при сварке двух листов подобного изгиба, ну, здесь такие закругления и все остальное, необходимо соблюдать определенные технологии для того, чтобы металл потом не превратился в некий аналог биметаллической пластины, когда он выгибает сам себя. В данном случае это и произошло. Технологии соблюдена не было, и через несколько лет банально просто швы сварные потрескались из-за вот чрезмерных усилий и, собственно, самого металла. То есть он рвал сам себя, получается, если сказать очень просто. Соответственно, нарушенные швы, соленая вода превратила вот практически весь трансовый борт в труху. Это лечится, это чинится, и во время рефита при обработки корпуса, перекраски, все это будет устранено. Хотел вам показать, как сделан тик. Обычно делается подложка из сикафлекса, и на него укладываются планки. А здесь просто собранный набор, и сикафлексом как на клей намазано. Так, ладно, лезем на флай. Здесь все тиковое. Кстати, тик в хорошем состоянии, немножко вылазит резинка, но это все можно шлифануть, и будет вообще шикарно. У меня упала моя тут куртка, сушилась. Так, джетский.
Дэвид. Здесь такая пати-зона. Ну и движняк тут, конечно. Так. Умывальничек. Наверное, холодильничек. Ну и, естественно, пост управления отсюда. Ну и как бы с поста управления вот такой вот вид. Это у нас пост на Флайбридже. Гидравлическое управление. Два мотора порт старборд. Боутрастер, то есть это носовая подрулька. И система, схожая с Dock & Go, это для того, чтобы можно было не рулем и газом, а просто джойстиком управлять лодкой. Этот непонятно, что делает джойстик. Чарплоттер. Ну и два прибора для управления двигателями Volvo Penta. Отсюда, здесь работают только вот эти две системы EVK. Это управление двигателем, а это старт-стоп двигателя. На этих приборах не видно совершенно ничего. Сидеть на самом деле вот здесь достаточно удобно. То есть у тебя получается, вот ты сидишь, удобное расстояние до руки, отличный обзор спереди, можно встать и будет видно, что с боков. Естественно, обзора сзади нет, поэтому нужен кто-то, кто будет стоять сзади и по радио говорить, сколько осталось. Но посмотрите, пожалуйста, на то, что видно вот здесь при светящемся солнце. Ничего. Помимо того, что от солнца деградировали абсолютно все панели, вот даже можно посмотреть на вот эту крышечку, то есть какая она, естественно, панели все уже просто умерли. Никакого козырька, никакого тента. Как себе люди представляли, здесь будут жить вот эти приборы? Или, возможно, эти приборы используются только ночью в Норвегии, где вообще солнца нет? Я считаю, что вот это с приборами и вот этот пост мог сделать только человек, который вообще никогда не был на лодке и не понимает, что на солнце, что деградирует. То есть просто, видимо, этих знаний нет. Помимо того, что у нас здесь вот такая жопа с вот этим вот постом, давайте посмотрим на этот рейл, который идет с пластиком, с акрилом, который используется не марин. Посмотрите, он весь пожелтел. Да, это мутнеет, но когда такой толстый акрил, я не видел, чтобы акрил за 8 лет превратился вот в такой кусок говна. Помимо того, этот акрил используется очень тонкий. Признаться честно, от ветра и от брызг она закрывает хорошо, но внешний вид, как будто оно ушатанное было сделано, ну вот прямо с завода. Почему нельзя использовать материалы, которые стойкие к ультрафиолету? Ну почему? Почему нельзя использовать нормальный акрил, который, блин, десятилетиями служит на солнце, с ним ничего не происходит? Почему нужно было вклеить этот кусок говна, который стал мутным и стал, бляха-муха, некрасивым, просто некрасивым? Все выносное оборудование, такое как радары, АИСы, антенны, все установлено на мачте, которая является самой высокой точкой на лодке. А теперь обратите внимание на детали. Это фара, которая светит вперед. Это постамент из деревяшки. То есть это не структура из фабергласа или из алюминия, а просто кусок фанеры, вырезанный и подложенный. Ну и теперь спасательное оборудование, которое на лодке установлено, даже не потрудились поставить толреп из нержавейки. То есть он пришел в вид абсолютно ушатанный. Теперь несколько слов про дренаж, про слив воды. Это очень важно. И как оно здесь реализовано? Смотрите. Когда здесь сверху собирается вода, она идет вот в эти дренажные отверстия. Абсолютно нормальное решение. Есть дренажные отверстия по бокам. Ну и есть дренажные отверстия как бы посередине. То есть вся вода, которая собирается, она стекает внутрь конструкции. Так вот, смотрим дальше, куда же она стекает. Должен же быть, если вход, где-то должен быть и выход. Так вот, выход дренажа у нас находится вот здесь. Эту трубу поставили, понятно, что это колхоз, да? Но вот здесь идет слив этого дренажа, и она сливается. Смотрим куда? Прямо на кнопки управления лебедками, которые у нас идут швартовочные.
и потом вот отсюда сливается все сюда. Здесь постоянно находится болото, постоянно. Это к вопросу о неудачных решениях. В лодках нужно использовать marine plywood, то есть фанера, которая может противостоять воздействию внешней среды. Это специальная фанера, которая сильно дороже обычной. И вот вы видите, во что превращается та фанера, которой полностью постелено все на лодке. То есть она просто разрушается, ломается, из нее выламываются куски. И мы видим вот такую вот печальную историю. Причем это не только на Flybridge, а по всей лодке и сзади на трансе, и внутри в салоне. То есть можно посмотреть, как это все сделано. Что плохо в кастомных проектах, а это конкретно кастомный проект, я никогда не видел хороших кастомных проектов. Всегда выдают какие-то вот мелочи, на которые ты смотришь и думаешь, ну не получилось. Ну вот у меня такое отношение. Я вам сейчас покажу, о чем я говорю, чтобы не быть голословным. Давайте посмотрим на вклейку окон. Вы скажете: Герман, ну ты уже совсем придираешься. Ребята, лодки, которые стоят миллионы, нету «я придираюсь». Есть сделано херово, а есть сделано нормально. Почему нельзя вклеить ровно окна? Почему? Что мешает вклеить эти стекла, блин, на Сикафлекс? Есть — не получается подложить сзади картоночку и выровняя их, и пускай они так засохнут. Ну ё-моё, ну почему в мейнстриме Лагуни, в Бенито, получается выклеить окна ровно, а в проекте, который стоит, блин, миллионы, не получается? Какие могут быть у вас объяснения, какие могут быть экскьюзы, что у вас не получилось? Наймите человека, который в этом специалист, и пускай вклеит нормально эти стекла. Это не какая-то большая задача, это не какие-то rocket science. Не нужно ничего знать, нужно просто сделать их, сука, ровно, и все. И вот тогда это будет нормальный кастомный проект. А это, когда начинается лепиться непонятно что, непонятно как, вот это вот не кастомный проект, это неправильный подход. А теперь то, что я говорил касательно деталей. Смотрите, вот идет окошко, оно вроде как бы выглядит нормально. Посмотрите на вот этот Сикафлекс, сейчас я попробую вам показать. Он просто намазан пальцами, причем криво, косо, не использовался там такой закругленный шпатель, которым просто выравнивают это все и делают красиво. Но почему? Почему нельзя было это вклеить нормально? Очень большая проблема этой лодки — использование неподходящих для этих условий эксплуатации материалов. Например, обшивка винилом всего салона. Вот посмотрите, что случилось с винилом. Напоминаю, лодка 2015 года. Этой лодке, грубо говоря, на данный момент 8 лет. То есть вот этот весь винил, он уже облез. То есть весь потолок, все это вот уже все потеряло свою структуру. Это, естественно, нужно все обновлять. Но посмотрите. У меня на лодке 10 лет, оно выглядит как новое. Если бы этот потолок был обит там с амбреллой какой-то, ничего бы с ней не было, она бы до сих пор выглядела, как будто ее только что сверху забрали. И это не только в бридже, это по всей лодке так, и в каютах, и в салоне, везде. То есть использование немарин материалов для данных условий эксплуатации — это абсолютно некорректный подход в судостроительстве. Так, теперь мы переходим на бридж, потому что это то, откуда управляется данная лодка. Скорее всего, лодка управляется профессиональной командой, потому что гости находятся в жилом пространстве, а управление лодкой все-таки на профессионалах, потому что 80-футовая лодка весом 80 тонн. Серьезная возможность нанести много разрушений в марине и вообще другим судам. Поэтому для того, чтобы управлять такой лодкой, нужны специфические знания. Ну, собственно, не об этом. Мы сейчас идем на бридж,
И я вам покажу касательно эргономики и вообще, что там внутри есть, как там, что работает. И главное, как удобно ли этим всем управлять. Так, ну что, идем. Здесь у нас рубка, то есть пост управления. Про него я расскажу немножечко попозже. Дверь такая большая, бронированная для выхода, чтобы ее там волной не смыло. Здесь у нас рабочий уголок, тут комп стоит. Ну, далее идем вниз. Вот здесь вот слева, если спускаться, это каюта капитана. Вот здесь две койки. Первая — шкафчик. Вторая — здесь также есть кондиционер. Шкаф, в котором висят все шмотки. Один шкаф, в котором не открывается, но там также висят шмотки. Номер два. Ну и, собственно, туалет вот такой вот красивый. Ну и здесь душевая кабинка, то есть обычная. Вот эта вот каюта, это, собственно, то, где капитан будет находиться все время. Ну и я сюда также перееду, просто по той простой причине, что здесь удобно к посту. То есть можно, если что, всегда выбежать и проконтролировать, что происходит. Ага. Ну, это стандартный выход на нос. Так, народ, мы сейчас находимся в рубке. Давайте Сережа сейчас вам пройдется по приборам и расскажет, как работает вот здесь все приборы и за что они отвечают. Поехали. Давайте начнем. А, просто справа налево. У нас, вы уже в курсе, два движка, два генератора. И начнем сверху. Две панели контрольных управления генераторами. Выгоревшие, Сережа уже показывал, на солнце поплавившиеся, но что интересно, если приглядеться, что-то увидеть можно, они работают. Ну и запуск. Да, две системы запуска, счетчик часов, вот, пожалуйста, один щелкает право, потому что он у нас работает сейчас всегда. Здесь без генераторов делать нечего, если генераторы не работают, лодка умерла. Левый сейчас чиним, приводим в порядок. Система управления вообще всем, здесь гидравлическая, гидравлические винчи, гидравлический привод рулей. Вот, гидравлическое подруливающее устройство носовое. Это управление рулевой машиной. Штука мощная, удобная, хорошая. Понятно, да? Alarm system. Какие-то основные лампы. Вот, собственно, панель управления. Вот. И она удобна. Это некий такой мини-аналог, можно сказать, условно, dock and go. Только без угловых поворотов, а только вправо-влево. Мы можем переключить состояние на бридже, там, где мы сейчас находимся, для автопилота. И на флайбридж. На флайбридже есть все то же самое. Переключили, подошли куда-то или отходим. Вправо, влево тихонечко подрулили. Штурвал трогать не обязательно. Очень удобная штука, особенно с учетом веса и размеров этой лодки. Контроллер управления двигателями всем должен быть понятен. Сдвоенная синхронизированная установка Volvo Penta. Движки по 9 литров. Итого у нас тут 18 литров и около 1000 лошадиных сил. Немножко непонятно, почему использован Нептун Электро. Наверное, тогда считалось, что это надежная система. Потому что двигатели Volvo Penta имеют общую коммутацию. Отдельный шкаф, такой небольшой шкаф электрический управления, куда сходится 58 тысяч проводов. А это их контрольная панелька. Показать она может неисправность топливного насоса, например, или какой-то косяк в двигателе. Ничего не показывает, слава богу, и лучше бы больше никогда не показывала. Уже функций у нее минимальное количество. 3D Navnet, очень неплохой фуруновский чертплоттер, тоже уже не новый, но функционально, напичкан очень много, включая очень хороший арповский радар. Работает? Да, радар. Радар работает, причем радар работает прям нормально и с нормальным разрешением. Вот. И совершенно вот со стороны это. Потом увидите картинку в процессе. Радар работает. Автопилот. Вообще все оборудование Фуруна, и автопилот тоже хороший, это мощный, хороший автопилот, но только усосанный, как вы видите, солнцем, погодой, не знаю чем еще. И, соответственно, обязательное устройство, навигационный телекс NX300, тоже фуруновский, с возможностью подключения к принтеру и распечатки там всяких. Ну, вообще-то он изначально был сделан, у него такой есть маленький принтерчик, на котором вылазит погода, то есть принтер может быть любой, то есть обычный WeatherFax, то есть, ну, тут вот стоит вот такой вот большой принтер внизу, на него можно подключить, печатать, ну, если это нужно, потому что погода, естественно, мы будем пользоваться, ну, не так, по-другому. Да, пойдемте дальше.
если заметили, каких-то обязательных, тех, кто связан с яхтами, обязательных приборов тут почему-то не наблюдается, привычных циферблатов, привычных кнопок. А система использована немножко странно, тот же Нептун Электро, это топливо и вода. Топливо, вода, такие вот, как в старых BMW, ярко-красные шкалики бегают, прыгают. То есть ты не можешь определить точный объем, а ты можешь только приблизительно на глазок трансполировать, да, с учетом, что у тебя здесь 2 бака по 5 тонн воды. Вот это вообще странная штука. Это Skyline M, как-то странно называется. Это ужасно, ужасно. Ну, вы с трех раз не догадаетесь, хотя, может, и догадаетесь. Это панель навигационных и аварийных вспомогательных огней. То есть здесь правый, левый бортовой, стояночный, мачтовый. Ну, мачтовый не в смысле паруса. Покажи, как это работает. Ой, работает, да. Это надо вот на солнце, да, смотрите. Нажать, ну, и держать. О! А он там зелененьким загорел. Заработало. Да. Слышите, запищало. А потом надо нажать вот здесь, вот она, и она начинает гореть. Потом ты нажмешь вторую, долго будешь держать, и она в конце концов тоже загорится. То есть это ходовые, грубо говоря, и все навигационные огни, просто да. Сделано вот так вот удобно. Сделано очень удобно, давно все выгорело. Ну, надо подписать маркером, я думаю, да, будет так, понятно. Так и сделаем. Помните, да, как на пианино, на яхтах. Левый шкот, правый шкот никогда не трогать. Блять, вот это невозможно затянуть никогда. Да, не трогайте эту кнопку. Вот. Опять-таки дизайн. Ну, дизайн, наверное, подбирался, я не знаю. Я его слепил из того, что было. Потому что это панель управления носовым прожектором. Ну, вправо-влево, вверх-вниз, и свет включил там на дольше, на меньше, короткий, длинный, там, аварийный. Работает? А, панель работает, свет не работает. Понятно. Так, вот эти вот кнопочки, это просто ужас. Во-первых, сделано, посмотрите как. Просто высверлили и вставили лампочку. Ну, ладно, об этом не будем, то есть сейчас не об этом речь. Но вот, кстати говоря, вот эти кнопки, на мой взгляд, они должны быть под такой крышкой. Ключ должен быть только у капитана. И такая большая должна быть сверху надпись, типа, никогда не трогать, потому что жопа вам настанет. То есть это вот, например... Остановка топливного насоса, так локтем на него, и все, и у тебя вся лодка стоп. Да, ну почему-то там расслабился немножко, улегся там подремать. Ну, вот, то есть аварийный стоп гидравлики, если там какая-то течь, просто его там тынь, все, остановили. Все, с этим, ну как бы, вот еще очень важная кнопка. Например, остановка вентиляции моторного отсека. Вы понимаете вообще, что в этих лодках есть много испарений? И вот эту кнопку нажать, и там потом запустить двигатель, и будет такой биг-бада-бум сзади в лодке, вы услышите по броску вперед. То есть, как-то сзади включится ракета, включится резкое ускорение, и больше вы не будете никуда ехать. То есть, если не утонет. То есть, вот это, зачем вывели кнопку стоп вентиляции моторного отсека? Ну, это просто реально опасные кнопки здесь находятся. То есть я не знаю, Сережа. Да. Мы их, конечно, может быть, заклеим чем-нибудь. Случайно трогать не будем, но тем не менее, надо их заклеить прямо каким-то пластиковым кофром, чтобы никогда не трогать. Пойдем на вертикальную условную панельку. Это красивая, вполне себе такая неплохая штука. Она включается. Это и дворники. Это дворники. Дворников тут пока нет, но что интересно, поводки работают. А дворники, омыватель тоже работает. Могу продемонстрировать. А там вода есть? Пожалуйста. Да, все отлично. Только оно брызгает почему-то выше стекла. Ну, это настраиваем. Да. Ну, омыватель здесь, наверное, нужен, когда заливают окна солью. Просто смыть и помыть. Ну, как в машине. Тут, на самом деле, разницы нету. Расскажи, пожалуйста, про вот эту вот систему. Вот эта система внутреннего интеркома, тоже фуруновская, тоже входит во всю остальную систему. И эта штука реально хорошая. То есть громкость и качество, оно все страшненько выглядит визуально. И потом Сергей покажет по каютам, по машинам. Везде стоят блоки, микрофонные блоки с кнопками ответными. Здесь, естественно, помещение. IC-1 тут там и так далее. Это все там каюты, да. То есть в любую каюту можно... Оно работает там, типа, здравствуйте, хватит всем бухать, побежали все работать. Или там запустите какую-то кнопку в моторном отсеке. Да, вот, оно реально работает. Ну или там вот ОЛ, например, можно там всем что-то рассказать, что это такое вообще за плей, зачем тут. Вот это ОЛ? Да. Не, ну это понятно, это просто выбор. Вот, это выбор, совершенно верно. Это выбирается, она подсвечивается. Да.
Или здесь, например. Ну, понятно, выбираешь куда, либо выбираешь всем. Дальше это просто, ну, управление, там, настройка этой системы. Система реально хорошая. Потому что лодка большая, ну, не набегаешься, не накричишься. А, в принципе, вот это самое главное и полезная штука для управления этим кораблем. А, еще раз, сдвоенная синхронизированная установка Volvo Penta и система EVC, Electronic Volvo Control. А, два двигателя, две контрольных панели. Это самые прикольные такие приборы, да. Просто лампочка. Сейчас просто масса выключена, значит, мы вам показали. Ну, мы на ходу потом, когда будем, да, идти, будет все видно. Здесь бежит так, с десяток лампочек, масло, вода, там температура и все остальное. Хорошая штука. Вот. Дальше, ну, понятно, температура, давление. То есть с точки зрения функционала, все здесь устроено хорошо и в достаточном количестве. Здесь есть радары, здесь есть спутниковая связь, здесь есть спутниковый компас. Потом с флайбежа Сережа покажет. Мачта тут достаточно наполнена. Здесь большое количество антенн на все случаи жизни. То есть функции в антеннах не дублируются для того, чтобы одна не мешала другой. Все свое, все отдельно, все хорошо. Сереж, покажи, пожалуйста, низ. Весь низ на замочках. Вот эти вот металлические, все снимается, и все блоки, все коммутации, все юниты и какие-то возможные необходимые, до чего добраться, оно все там есть. Эти крышки снимаются, ты совершенно спокойно видишь абсолютно все оборудование, и аварийное, и спасательное, и оборудование управления. Это хорошо, удобно. Там чисто, хорошо, реально красиво. Снимать сейчас не будем. Здесь в рубке сделано все, ну, очень непродуманно. То есть, во-первых, когда ты сидишь вот здесь вот и крутишь руль, вот эти вот две ебалы, я не знаю, зачем они здесь стоят, но, господа, это полный пиздец. То есть, это просто зачем вот эти вот балки здесь? Ну, я понимаю, что это конструктивные элементы, но это же жопа. Это же не мешают вообще всему. Ты должен туда глазами вылезти, чтобы что-то видеть. Ну, короче, это все такое. Теперь, эти огромные окна, которые находятся сверху над твоей головой. Во-первых, тебе жарко. Ну, про это упустим. Во-вторых, посмотрите, все приборы находятся на солнце. И посмотрите на их состояние. Они выгорели все к ебатери. То есть они просто, вот все, что на солнце, оно все деградирует, и все, что электронное, всему полная жопа. И здесь же, вот вы можете посмотреть, вот, вы видите, вот здесь вот эти черные пятна, это управление автопилотом. Ну, экраны здесь умерли все. Ну, то есть оно, конечно, работает там влево-вправо, но тем не менее на экранчике, вот, ну, это стандартная, в принципе, фигня. Но как только она долго находится на солнце, то ничего не поделать. И это находится на прямом солнце, то есть вот сидеть, рулить, и вот это вот все находится прямо в солнце, то есть на него светит яркое солнце, вот отсюда на чарт-плоттер, и что, простите, на нем должно быть видно, несмотря на то, что идет большая деградация от солнца. Ну, короче, вот так вот сделано, очень непродуманно, очень непродуманно. Родное Николаевское. Пожарка, мамочки. Пожарка. Вентиляция и пожарная сигнализация. Это вентиляция, я вижу. И пожарная сигнализация. Они все подписаны. Да. Понятно. Вот это у нас просто вся сеть 24 вольта. Мы можем включить блок 24-вольтовый. Сейчас у нас подсветка работает по периметру флайбриджа. У нас работают красивые оранжевые огонечки. Вечером Сережа покажет, лодка прям светится, как елка новогодняя. Ну, а дальше все подписано. Навигационные огни, аварийные огни, форпик. В чем по-русски флайбридж. Подписано? Да, но все. Николаевский завод строил. Абсолютно. Вольтовая штука. А, и система аэрозольная, которая у нас в машинном отделении. Ну, там это спрей. Распылители пожарный. Стоят, ага, да. Ага. Ну, там пудра. Ну, да. Которая закрывает все. Это телевизор. Да, и он работает, что интересно. Так, теперь управление гидравликой. Да, это фирма Data, есть такая фирма, которая известная, но какого года эта приборка? Ну, смотрите, вот мы откручиваем, там бляха-муха, лампочка, там не LED, там просто обычная тупая лампочка. Какого года это, блин, 90-х, наверное? Ну, невозможно уже купить приборку, в которой будет не LED, а вот именно вот такое вот. Напоминаю, лодка 2015 года. Ну и здесь с бриджа есть отдельный туалет. Здесь просто умывальник и туалет. Здесь душевой кабины нет.
посмотрите на это. Раз, два, три, четыре. Все по дизайну абсолютно разное. А, ну вот еще. Пять, шесть. То есть, ну, Фуруна, ладно, никогда не отличалась красивым дизайном, но хер с ним. Но вся вот эта вот композиция, вся вот эта композиция, она выглядит как урок труда. То есть, какой-то просто колхоз. Теперь касательно того, как врезались сюда все элементы. То, что эти все элементы разные и между собой вообще ни по дизайну, ни по, никак не стыкуются, закрываем глаза. Какие-то нормальные, какие-то рагульные, но тем не менее. Но те, кто эти элементы собирает, какого хрена нельзя сделать это аккуратно? Почему нельзя вырезать и использовать какие-то кнопки, которые бы накрывали дырки? То есть, смотрите. Это просто взяли пилу и вот вырезали вот так. То есть, вот кнопки. Кнопки вырезаны, здесь больше места, здесь нет. Почему нельзя было использовать кнопки, которые накрывают сверху эту дырку? А это лампочка. Это же самая великолепная лампочка. Почему просто вырезана, сделана фасочка, и внутрь вставлена вот эта лампочка. Почему нельзя было использовать ту, которая закроет вот эту вот, блин, вырезанную часть? То есть, вот оно все сделано так, что в результате выглядит, ну, как будто это был урок труда. А касательно урока труда, не будем ходить к гадалке. Не будем далеко ходить. Смотрите, рефлектор, кондиционер. Это что такое? Какая планочка куда? Зачем? Это какие-то дети собирали, что ли, на уроках труда или что? Что это такое вообще? Просто вырезали дырку и всунули туда ключ. Почему нельзя было сделать это как-то так, чтобы вот эта вся система, вот этот весь ключ зажигания, как-то закрывал ту дырку, из которой он торчит? Почему нужно, чтобы вот эти вот все со всех сторон торчали обрезы в мебели? А вот кнопка, смотрите. Просто взяли коронку, вырезали здесь вот сколы, деревяшки. Вы что, хотите сказать, что я придираюсь, да, к таким мелочам? Так вот, из таких мелочей вся лодка и состоит. Вы делаете аккуратно или вы делаете неаккуратно? Вот я сейчас спрошу у Сережи касательно того, как он делал свою лодку, потому что он делал интерьер самостоятельно. И вот вам пару слов про тот самый яхтенный, промышленный, какой хотите дизайн, да? Эстетику, собственно, лодочного, яхтенного, любого строительства. Сергей правильно упомянул, что существует проверенное решение. В свое время, когда мы делали свою лодку, тоже стальную, нам пришлось разобрать ее до голого металла. И мы тоже беспокоились о том, как собрать ее в состоянии, чтобы это не был колхоз, урок труда и там этажерка бабушки на даче. Во всех яхтенных магазинах, это тоже, кстати, был 14, 15, 13 год, продаются в огромном количестве уже проверенные, уже испробованные, испытанные, применяемые в том числе на брендовых каких-то верфях решения. Те же самые панели, панели навигации, панели контрольных ламп, панели алармов, да чего угодно, готовые кнопки, там, где не надо лампочки врезать коронками в дерево и втыкать там с какими-то фасками и заусенцами. Это все делается с рамочками, это все делается с резиновыми уплотнениями, под замки, под кнопки, под лампы, да под что угодно, под переключатель. Это выглядит красиво, единообразно. Оно уже подписано, оно уже предназначено и собрано для тех условий, в которых вы хотите это применить. Поэтому вот эта разношерстица вся, она огорчает тем, что люди, делая формально супер яхту, потому что размер позволяет ее так называть и наполнение, используя реально решение на уроке труда, или просто вот мы забыли тут вкрутить пару кнопок, давайте быстро просверлим, воткнем, а вот работать будет. Ну, работает, да. Смотреть страшно. Ну что, идемте, я вам покажу, почему все время кажется, что лодку заносит в сторону. На самом деле никуда ее не заносит, а все потому, что немного криво сделан нос лодки. То есть, идемте, это интересно. Вот на такое расстояние одна находится несимметрично относительно другой. Теперь смотрим дальше. А вот по высоте они одинаковые. То есть, грубо говоря, одна просто вот так вот находится в сторону, поэтому кажется, что лодка постоянно имеет какой-то поворот в бок. Вы хотите сказать, что я и здесь придираюсь? Вероятно, но прикол в том,
что когда ты ведешь лодку, ты постоянно идешь относительно центра этой лодки. То есть ты рулишь, особенно когда ты рулишь не автопилотом, а руками, ты пытаешься держать курс относительно других объектов. И вот ты нацеливаешь на объект и начинаешь рулить. И тебе все время хочется повернуть вправо или влево, потому что если не симметрично, то приходится постоянно делать с акцентом на то, что, блин, ты держишь в голове эту асимметрию. Давайте несколько слов теперь про эргономику рабочего места. Вот у меня рост 1,74 м, то есть это средний рост. И вот смотрите, я сижу сейчас в кресле, вот увидите то, как это кресло поставлено. Оно поднято на самый-самый верх. То есть я сижу, у меня до штурвала, в принципе, если вот так вот я чуть-чуть подсяду, будет нормально. Рулить можно, никаких проблем, то есть так чуть назад неудобно. Здесь у меня приборы, окей. Здесь приборка, которая, если я сейчас уберу вот эту шторку, которую я туда поставил, то их не будет видно от солнца, потому что сверху вот такие вот здоровенные окна, на которых совершенно нету жалюзи и даже не предусмотренной конструкции. Но это ладно. То есть со своим ростом 1,74 м, посмотрите, что я вижу в окно. Вот это то, что я вижу в окно. Для того, чтобы мне хоть что-либо увидеть, мне нужно встать. Посмотрите, насколько мне нужно встать для того, чтобы я что-то видел. То есть, когда я сижу, я великолепно, вот я сейчас камеру держу прямо на уровне своих глаз. Мне не видно вообще ничего. То есть, вот я сейчас полностью встал, вот это вот мой полный рост. То есть, если я стою, а стоять я не могу, потому что здесь у меня вот эти вот подножки, здесь спереди находится руль. То есть, мне нужно стать вот как-то вот так вот. И если я стою вот на полу вот так, вот то, что я вижу. То есть, если я веду эту лодку стоя, то да, все окей. Но спрашивается, вот это вот великолепное кресло зачем? Если я вот в него сажусь, и я вижу только небо. И ладно бы это касалось только меня. У нас механик 1,90 м. Ему, чтобы что-то видеть, он сидит вот так. И выглядывает через... Вот так вот он видит. И он видит вот на грани горизонт. Вот так. Для того, чтобы здесь сидеть нормально, нужно где-то сантиметров на 20 поднять вот это рабочее место. Если вы поднимаете его выше, просто сидушку можно сделать туда, какую-нибудь там условно тумбочку. Но тогда что делать с рулевым управлением? Оно находится и так в районе колена, так оно будет находиться вот аж вот здесь. Вот как рулить? Что у вас за люди такие, если у вас такая эргономика? Вот мне просто чисто интересно. Это какие-то, у которых... очень длинное тело и высоко голова посажена, или на кого рассчитано. То есть люди со средними значениями типа меня, это вообще тут на лодке ходить не могут или рулить только с флая, как, или ходить только по приборам, несмотря по сторонам. Ладно, мы находимся с вами на бридже, то есть место пост управления. Сейчас я вам покажу, когда люди заходят на бридж, просто стоя на полу, что они видят в окна. И здесь вот получается вот этот подъем. Когда я захожу сюда, вот я становлюсь на бридже, вот так вот видно небо. Для того, чтобы стало видно вообще, куда лодка идет, нужно встать вот сюда на подиум. То есть вот у меня сейчас камера на уровне глаз. Вот когда я здесь стою, я начинаю видеть, что происходит. Если я спускаюсь вниз, то я вижу просто горизонт. Это как? На кого это рассчитано? То есть люди, которые выходят и могут посмотреть по сторонам, увидеть какую-то лодку, которая идет там сбоку, допустим, потому что не видит человек, сидя. Все, которые заходят, видят только небо. И чтобы что-то увидеть, нужно подняться и увидеть. Во, клево! Дверь, которая закрывает бридж, сделана таким образом, что когда она чуть-чуть приоткрыта, под нее течет вода. И, как я вам говорил, обычная фанера для этого не предназначена. И гниет пол, который находится под дверью. То есть никакого козырька, никакой отсечки воды нет. Ну что, народ, а теперь лезем в машинное отделение.
перед тем, как я вам буду рассказывать, что, собственно, движет, что является сердцем данной лодки, я вам расскажу, в принципе, о подходе, о том, как идейно эта лодка была сделана. Стиралочка. Капитанская каюта возле моторов. На этой лодке великолепная силовая установка. Два мощных мотора Volvo Penta D9 более чем достаточно для того, чтобы сдвинуть с места и обеспечить скорость максимально до 10 узлов данного судна весом, между прочим, 80 тонн. Сами по себе элементы это хорошо, но их еще нужно правильно собрать. И вот с этим у меня большие вопросы к данному плавсредству. Кроме двигателей в лодке стоит еще два генератора Kohler 27 кВт каждый. Генератор должен работать на этой лодке постоянно. То есть один генератор работает, второй ожидает, делает ТО и прочее. Потом генератор меняется. В общем, на этой лодке без генератора ходить нельзя. И это связано не только с элементами комфорта, такими как кондиционер. Здесь все намного серьезнее. Я не понимаю, зачем в этой лодке сделали так сложно. 24-вольтовая сеть, 220-вольтовая сеть и три фазы 380. Все эти сети работают вместе. Я уже не говорю про конвертер 24/12. Собственно, 12-вольтовая сеть – это то, что питает все приборы, такие как Furuno, Charpotter и прочее. В данной лодке большая проблема в том, что если вы запускаете двигатель, ваша лодка не едет, вам нужен обязательно генератор. То есть не так, как, скажем, там, в Азимуте или Сансикере, вы запускаете двигатель и поехали куда вам нужно, у вас всего достаточно для того, чтобы лодка двигалась. Здесь так не работает. Если у вас отключается генератор, вы остаетесь без гидравлики. Типичный пример. Даже туалеты. Смыв работает на 24 вольтах, а подача пресной воды на 220. На мой взгляд, это дополнительная возможность отказа. Все системы в яхтинге делаются таким образом, чтобы минимизировать отказы, а не увеличивать их шанс. Если у вас откажет генератор, вы остаетесь без гидравлики. Если у вас откажет двигатель, вы становитесь не на ходу. Но в другой лодке, если у вас откажет генератор, вы останетесь без кондиционера, что в принципе можно вынести, если у вас аварийная ситуация. Теперь отдельно я хотел бы вам показать краны. Во всех лодках используются запорные краны, поворотные. То есть ручка, которую вы поворачиваете на 90 градусов, и вы перекрыли воду. Если у вас проблемы с подачей воды, вы просто берете ручку и перекрываете кран. Все. Проблема решена. В данной лодке у вас краны, которые нужно крутить, и нужно сделать много оборотов для того, чтобы закрыть подачу воды или там какой-либо другой жидкости. Почему не сделать поворотные, я не знаю. Хотя в данном случае использовались краны Asculati, хорошая фирма, но тем не менее, посмотрите, они ржавеют, они отваливаются, и это является большой проблемой. Потому что в тот момент, когда вам нужно что-либо перекрыть, потому что у вас херячит вода на все машинное отделение, вы начинаете крутить, и вам нужно сделать 50 оборотов крана, который заржавел. Вам нужно брать гаечный ключ и начинать крутить. Это просто жопа. Ну, данный шкафчик я не могу вам не показать. Во-первых, кайф в том, что здесь все подписано по-русски. Например, если у вас англоязычный капитан, представляете, как его научить управлять этой лодкой, когда все надписи сделаны совершенно на тарабарском международном яхтенном языке. Что это за египетские надписи? Непонятное сообщение. Да, под кондиционеры. Вот это чиллер наших кондиционеров на лодке. А это блок питания этого чиллера. Фан-койлов. Ну, фан-койлов, да. А вот это переключатель. Два положения. Он. Так вот,
он – это холод, т – это тепло. Ну вот такое вот машинное отделение здесь огромное. Ты здесь свет сделал, говорят. Не только свет, а и все, что здесь вокруг, включая эти генераторы. Все не работало? И моторы тоже? Не работало ничего, включая правый мотор. Короче, караул. Ну и Watermaker. Сколько литров? Мы не знаем сколько, но выкинь какие мембраны по 60, наверное, 120, 120 литров, где-то так. А объем баков? Объем баков пресной воды 10 тонн. А топливо? 19. Ну вот такие вот объемы эта лодка возит с собой. Ну и еще одна каюта для стафа, но здесь она используется просто как склад под все, что не нужно на этой лодке. Гидравлика свистит-то? Да. Это вот эта рулевая машина? Да. Окей. А где она врубается? Понятно. И она так гудит? И на щите, да. Это нормальный ее режим работы? Насос работает, да, гидравлики. Ну все, давай врубаем. Ну что, народ, давайте подрезюмируем, что я думаю по поводу лодки «Флагман 78» и лодки, которая произведена в Украине. Итак, использовались нормальные элементы, такие как моторы Volvo Penta, генераторы Keller, там краны Apacmar и прочее. То есть вся база нормальная. То, как это собрано, это просто жопа. Помимо конченых инженерных решений, это все еще собрано на элементной базе какого-то Советского Союза. То есть посмотрите на вот эти выключатели. Что это такое? Это явно не то, как это должно было быть сделано в индустрии Marine. Большой набор сделай сам. Взять хороший корпус, взять все эти элементы, все остальное просто выбросить. Эти все системы, которые кнопки, это все просто кошмар и ужас. Но из этой лодки можно сделать хорошую лодку при достаточно хороших вложениях. То есть все в утиль. И сделать нормально, включая мебель на бридже, включая какие-то полностью переделанные инженерные решения. Все. Все, что я хотел сказать, я сказал. На видео вы все прекрасно видели. Поэтому, друзья, думаю, что больше продолжать не буду. На этом наше видео заканчивается. Ну и я там еще немножечко вам скажу дальше в процессе перехода, что я думаю, но это больше будет обращение, наверное, к верфи, которая строила. А обзор лодки завершен. До встречи в следующем выпуске. Пока! Сейчас моя вахта. То есть я тут еду, держу руль. У нас не работает автопилот, поэтому я рулю вручную. Ну и у меня сейчас есть время пообщаться. Короче, у меня вопрос к судостроителям, к ребятам, которые работают на Николаевской верфи, на судостроительном заводе, наверное, который сделал эту лодку. Насколько вот вы ненавидите свою работу, что вы вот все делаете вот в этой лодке, сделано, ну, я не говорю, что инженерные решения просто конченые, да? То есть, как можно сделать в одной лодке все три системы 220, 380, 24, причем так, чтобы лодка, для того, чтобы ехала, нужно было, чтобы работали все три эти вольтовые системы. Возьмите какой-нибудь там Азимут, там что угодно, Сан-Сикер. Вы садитесь, вы включаете мотор, лодка просто едет. А системы с этими баками для меня полная загадка. Но объясните мне, зачем нужно, блин, эти дейтанки, которые вообще вот во всех лодках заливаете себе там 20 тонн топлива. Один бак показывает уровень, там, расходы, все, что надо. Ну, в общем, здесь у меня нет слов. Ну, ладно, окей. Инженеринг по каким-то причинам мистическим, наверное, вам одним
известно. Но как можно ненавидеть вот то, что вы делаете, что делать вот такое вот говно в плане интерьера лодки? Это же лодка, которая идет в классе суперяхт. То есть все вот эти мелочи, это очень важно, там ручки, выключатели, кнопочки, это все супер важно. Неужели это настолько удорожает проект, если вы поставите нормальный щиток там за $300, чем будете лепить вот эти вот говнокнопки? Вы видели, я вам показывал кнопки, этот приборный щит, который стоит в лодке. Это такой же щит, как на Шри-Ланке стоит на улице. Как, вот, как можно не любить то, что вы делаете настолько, чтобы лепить вот эти вот приборы, как на уроке труда? Выпиливать их из какого-то, блин, говна и палок, блин, сверлить так, что идут у вас сколы на мебели. Ну, про дизайн этой мебели, особенно в бридже, я вообще молчу. Как можно поставить приборы так, что они постоянно находятся на солнце? Флайбридж, который абсолютно не защищен. На лодке хоть когда-нибудь кто-то из вас был, что вы делаете? Съездите в Дюссельдорф, съездите на любую выставку, где стоят лодки, разуйте свои глаза, да посмотрите, что, вы, что там делается, как это сделано. Вы лепите лодку, которая стоит миллионы, при этом делаете такое говно. То есть, лично мое мнение, что вот инженера, который это все спроектировал, нужно вообще уволить нахрен, чтобы он даже лодками больше не занимался в жизни, пускай свои лифты делает. А с точки зрения интерьера, бриджа, вот люди, которые ставят эти кнопки, неужели вам настолько похер на то, что вы делаете и как оно будет выглядеть в результате, что вам вот не взападло просто высверлить этой коронкой дыру и снизу захерячить туда эту кнопку конченую? Мне кажется, что не нужно вам делать больше лодок вообще. Или наймите нормального инженера современного, который знает, как лодки выглядят. Захедхантите кого-то, блин, с азимута, который будет знать, как сделаны все эти системы. Не лепите это говно, блин, я вас умоляю. И пересмотрите политику, кто у вас работает. Это невозможно, так делать нельзя. Это просто запрещено в яхтинге.